Месячники по благоустройству территории в Нефтекамске проводятся регулярно. Это могут быть весенние, летние и осенние субботники. При этом виды работ практически не меняются. Главным пунктом для всех предприятий является уборка мусора, закрепленной за организацией территории. Сотрудникам предприятия необходимо выходить на субботники каждую неделю. При этом представитель администрации контролирует проводимые работы. В случае невыполнения своих обязанностей организации будет направлено предписание. 27 июля по 21 августа у нас проводится на городской территории экологические субботники. Всем предприятиям, независимо от форм собственности, предписывается убирать близлежащие территории. И у нас еще все улицы распределены за предприятиями, которые они будут убирать. У нас на своем полигоне «Союз» организована бесплатная приемка вот этих отходов, которые будут вывозить сами предприятия. За время месячника запрещается сжигать мусор на своих территориях, запрещается, чтобы весь мусор, весь смет вывозили на полигон твердобытовых отходов, который находится около деревни Янактаева.